Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Dodge Challenger. Ремонт переда. Как вы видите, повреждения небольшие. Все сильно поврежденные детали будут заменены. Итак, начинаем ремонт. Но сначала я хочу представить канал нашего коллеги. Можете увидеть много интересного. Подписывайтесь на канал GT Auto Repair and Frame. Ссылка в описании. Итак, разбираю. Перед машины разобран. Теперь мне надо подровнять пару мест, крыло, капот, покрасить телевизор и после этого установить детали переда. Thank you.
Итак, все подровнял. Установил крылья, бампер, проверил зазоры. Все good. Теперь снимаю крылья и бампер и отдаю их на покраску. Крылья и бампер покрашены. Собираю. Ремонт этой машины закончил. На этот ремонт ушло 22 часа моей работы. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!